Мы приехали в Икею. Ура! Привет! Всем, мы приехали в Икею. Здесь там все прекрасные елки, подарки. Когда мы в выпуске приезжаем, а вы пока поедите. Мы в выходной поехали в Икею. Икея полным ходом, к Новому году готовится уже. Похоже на новосибирскую, даже вот вообще по расположению, по стеллажам, по количеству. Очень похоже. Где такой магазин есть? В Новосибирске? Это есть он. В Новосибирске? Да. И это он. Мы решили дома не сидеть, но поехали в Икею. Мы ехали до Икеи 2,5 часа. Или дети игрушки, игрушки были, а там начинаются. Смотри, как по-новогоднему офигенно. Тебе нравится, что мы приехали? Ага, вырвалась из деревни. Из нашего колхоза выбрались на выходные в Икею. В Икею выбрались, вообще как звучит. Кто бы подумал, я когда-нибудь скажу, что я выбралась с такой радостью в Икею. Да, и мы сегодня будем кататься на коньках и кушать лосось. Это, собственно, цель нашего визита. Лососятина. Лососятина и каток. Возможно, Лиле купим какую-нибудь маленькую игрушку. Ну и Меле тогда вообще. Меля, ты хочешь игрушку? Я очень Лада. Очень Лада? Ну где игрушки? Сейчас найдем. А потом здесь давайте, кстати. Лиля, пойдем. Фея? А это такое? Папа, смотри, где папа? Тебе кто такую панду купил? Баба. Баба? То есть у тебя такая панда уже есть? Да, есть, но я еще какой-нибудь новый. А что? Лось. А это кто? Мышки, наверное? Мышки. Как няша у нас была, да? Да, папа, надо мне няшу купить. Ну, папа, не мечтаю об ней весь день. Можно? Да мечтаю. Возьмем. Давай эту. Возьмем. Можно мы ее купим? Спасибо, что купили мне игрушки. Привет. А там еще медведь. А сейчас мы пойдем есть главные вкусности. Всем приятного аппетита. Тебя не кормят? Я об этом мечтал очень давно. Лосось. О, черт побери. Я еще с собой возьму целую упаковку. У меня такие ощущения, что когда тайцы смотрят на эти кухни, которые находятся в Икее, эти демонстрационные квартиры, мне кажется, они вообще в шоке. Они спрашивают, что это такое? Это вытяжка. А это что такое? Это духовка. Черт побери. Смотрите, какая красота. Пойдем. Мы сейчас идем в Ice Club. Обязательно шлем нужно брать. Взяли 3 входа. 90 минут, получается, стоит 200 бат. Я взял конечки, коньки. Последний раз катался на них лет 5 назад, наверное. Сейчас и посмотрим, умею я как на них кататься или нет. Вообще я в жизни на коньках катался 3 раза. В жизни вообще всего. Я забыл дома носки, поэтому мне принесли местные. С пингвинчиками. Такие вот прикольные. Я себе их и оставлю на память.
Ребят, а лед там настоящий, оказывается. Давай, не бойся. Лиля, скажи, тебе понравилось кататься? Да, я еще хочу. Еще хочешь? Но не могу подождать. Не можешь ждать, как хочешь? Но надо ждать, потому что машинка чистит. Я привыкла. Ты привыкла кататься? Ну подожди, сейчас дядя Мари почистит лед, потом будет гладкий, можем опять кататься. Еще приедем сюда? Да, но нас там игрушки ждут. В Икее? Да. И мы там спрятали, чтобы нигде не нашел. Давай. Смотри. Вот. Вот мясо. И не найду. Мы сейчас пойдем покушаем и поедем уже домой. Мы классно провели сегодня день. В Икее, в Меге. Покатались на катке. Походили по магазинчикам, по которым давно хотели походить. Баба. Ба-ба-ба-ба-ба. Это было видео из Икеи Бангкок. У нас был очень классный день. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь и ставьте лайк. Пойдем. Домой поехали, да? Угу. Похин.